Областное радио. Сразу опишем те музыкальные инструменты, которые в ваших руках. Что принесли сегодня? В ваших руках, как это правильно называется? В моих руках. Слушай, в тебе пристав умер, а давайте опишем инструменты. Еще и баян, да. Самый сегодня большой гость у нас в студии называется правильно. Это балалайка-контрабас. Балалайка-контрабас. Ее вы обязательно, друзья, увидите в видеозаписи. Метра два, наверное, да, вот так вот. Ну, в среднем... Где-то метр... Да побольше даже. Да, два. Да, ну и классическая балалайка. Да, вот она даже называется, между прочим. Ну что, сыграем? Давайте сыграем сразу с какого-то музыкального понятного настроения от ансамбля «Рождество». Давайте мы споем песню о любви. Как это неожиданно. А что еще петь осенью? Конечно, о любви. Давайте. Поехали. Ольга Гурина, художественный... Анна. Анна, извините. Ольге Гуриной передаем большой привет. Аня, расскажите нам, что это за программа и вот что за интересное название? С чем это связано? «Осень перемен 8». Ну, как известно, осенью так часто меняется погода, что мы не успеваем реагировать на это. Ну, вообще, в общем, да, и да. Наша музыкальная программа, которой мы открываем наш концертный новый творческий сезон... Уже 28-й концерт. Да, уже тоже 28-й. Будет состоять из сплошных перемен. То есть это такой песенный разносол, что называется. Музыка на любой вкус. Ну, давайте конкретно, от чего до чего? Вот можно будет услышать какую-то фольклорную классику. Наша любимая традиционная музыка, это те замечательные
уникальные образцы народного песенного творчества, которые были записаны в фольклорных экспедициях. Кстати, это... у нас есть, мы с тобой принесли. Ну, это попозже, чуть-чуть обязательно про послушаем, наш. Да. Да. В то же время в этом концерте можно будет услышать и частушки, и музыкальные инструментальные наигрыши, как на баяне, так и на разных гармониях. А также музыка, знаете, что называется, из любимых советских кинофильмов, которая уже стала народной по прошествии многого количества времени. Вот, в общем, на любой вкус этот разносол. Это будет все 24 сентября, друзья, да, в Новосибирской филармонии. Я вижу пометочку на вашем флайере. Пушкинская карта. Это значит, с ее помощью это тоже можно попасть. Это замечательная пометочка, которую мы обязательно вот, проговариваем вслух, приглашаем всю молодежь, которая интересуется музыкой. А может быть, не интересовалась раньше, а вот придет... А затем продолжать. Давайте не останавливаешься. Да. Что это будет сейчас за история? С удовольствием. Неужели про любовь опять? Да пусть будет про любовь. Жулька за окна помывку домой. Экспедициях, которые позволили ансамблю «Рождество» накопить богатейший фольклорный материал. А как выбирались точки региона? Как выбирались люди, которые вот что-то исполнят вслух? Как это вообще как работает? Как это вообще проходит? То есть вот да. Приезжаете в какое-то дальнее-дальнее селение, идете по дворам, а у вас песни поют, а можно мы послушаем? Да-да-да, а кто да, как у вас это поет, происходит да, вообще? Да. Ну, нужно сказать, что большой фонд, который мы привезли из фольклорных экспедиций по Новосибирской области, это огромная гордость и достояние нашего ансамбля. Под руководством руководителя нашего Гурина Ольги Александровны 20 фольклорных экспедиций по районам Новосибирской области произошли в период с 1985 по 2005. К сожалению, конечно, к большому, сейчас уже нет смысла выезжать в эти экспедиции.
Ну, по понятным причинам. Но зато у нас есть этот огромный фонд, с которым работа не прекращается. Она ведется по сей день. Это достаточно сложное такое, музыкантское, так скажем, кропотливое занятие. Вот. Районы не выбирались специально. Специальные люди также не выбирались. Приезжал коллектив наш под руководством Ольги Александровны в определенный район. И просто, знаете, заходя в деревню, мы расспрашивали, а кто здесь исполняет песни, кто поет, к кому можно обратиться. Вот так собирали. Раньше работало сарафанное радио. Да, да, мы ножками ходили из одного края деревни до другого края, собирали замечательных женщин и мужчин и записывали лучшие образцы фольклора. Записывали звук или записывали просто тексты? Ой, ну тогда, вот мы сейчас об этом, конечно, думаем, сожалеем, была бы вот техника сегодняшнего дня вот тогда. Угу. Сколько бы еще можно было замечательно... Когда можно было включить телефон, да, и все это воспроизвести. Да, потом уже позже, конечно, к кассетным магнитофонам присоединились видеокамеры, но это уже было все-таки не сразу далеко. Очень жаль. Но то, что мы привезли за те года, то, что есть в фонде ансамбля «Рождество», это, конечно, работать и не переработать. Это колодец просто бездонный. Петь не перепеть. Но это вся, этот весь материал, он отразится в концерте, да? Обязательно. Это вообще наша любимая тема, да. Именно вот песни, которые были привезены из экспедиции, вот так вот, переняты у тех исполнителей. И вот на сегодняшнем... А теперь вместе, наверное, нам можно даже подпевать. Песню знают все. Поехали. Поехали. Областное радио.